вечер вдруг звали дверь какой-то странный стук, но едва шагнул за порог, что-то его сбило с ног. И увидел он ха! Что же делать нам с монетой? Как же нам ее делить? Отдадим покойнику! Отлично! Так тому и быть. Я был проворней, значит, денежка моя. Я пришел обратно сюда домой. Поскорей, сестра, мне дверь открой. Посмотри, что на моих ногах. Посмотри, каких я сапогах. Yeah.
праздник свой очень странный. Я часто вижу страх смотрящих на меня глаза. Им суждено уснуть в моих стенах, застыть в моих мирах. Но сердце от любви радостью он дверь ударил головою и жалобно стонал. Я целый день в лесу блуждаю, будто зверь. Дальние дружья, свирепый хищник, под речи чертовски опасен. А до села немало верст, хоть в тумане копыт. Среди ублюдков шел артист, в кожаном плаще мертвый анархист. Крикнул он, ай, челюсть стал, ай, трупов вел он за собой. Был на руке за... Ты зловещая луна, в мои муки влюблена. Ах, добра в души покой, что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь ответ, почему весь белый свет? Жизнь и война в шахматной доске. И первали словно волоски. Настал тот момент, что врагов вроде бы нет. Он тогда пели песни до утра, оба танцевали. Каждый наливал вина, ведь не уставали. Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте. Я очень много-много лет мечтаю только о еде. Но я живу, не видя дня, во мраке без конечной ночи. И нет надежды у меня. Изучаю, импровизирую, играю, и в их одобрении.
Евангелия останется тьма без родения. Эта игра без сомнения обречен. Необъяснимы, просто дари, нас обмани.